Это Васька, друг мой с детства. А это Антошка зеленый такой. Он просто в детстве в зеленку упал, вот и покрасился. Да, Василий, лучшие друзья с самого детства. А это я уже с этим познакомился в Португалии. Это Антонио. Антонио, большие усы с самого детства у него. В Португалии на самом деле все у нас такие латинусы. Что тот, что этот. И все Василии. Вот там еще сколько Василиев. Много Васик. Это у нас Слава на горе. А это у нас... Непонятно, что это, дичь какая-то. А вот это я, Едисон. Узнал меня? Наверное, нет. Давно с тобой не виделись. Вчера, в вчерашнем видосе мы с тобой виделись. Несколько дней назад я почти посрался с Катюхой. Почему? Потому что я выпустил один ролик, где ее прям сильно так затроллил. 20 минут напролет я ее троллил, троллил, троллил. И потом в конце так оттроллил, то что она действительно меня чуть не обиделась. Я реально советую посмотреть этот ролик, потому что это первый случай на всем Ютубе, когда мы с Катей действительно посрались прям в ролике. В чем смысл был того ролика? То, что весь мир... Это ложь, обман и везде поменяны текстуры. После этого ролика со мной связался один подписчик, который любезно мне сказал, что, мол, Едисон, я могу сделать тебе новый текстур-пак. И он как бы сделал новый текстур-пак. Он мне скинул его на версию Minecraft 1.12.2. Я его установил, зашел, охренел. А потом охренел. А потом охренел. Три раза охренел. Когда увидел то, что лестница у нас сделана из командного блока, то, что... Что? Как это вообще эту постройку можно назвать? Что? Почему вместо деревьев у нас лампы, а вместо листвы у нас зеленый ТНТ? Тоже у меня складывается такой хороший вопрос. Спасибо тому подписчику, который лично для меня сделал этот текстур-пак с этими всеми новыми текстурками, потому что только благодаря ему выходит эта серия. А только благодаря тебе может выйти новая часть. Потому что в этой серии я буду троллить уже не Катюху. Я же все же как-то, ну, с девушкой расставаться пока что не хочу, поэтому пока что хватит ее троллить. Сейчас я включу Дискорд. Давай, заходи, я тебе сказал порт, можешь, в принципе, подключаться, если что, вот, я тебя жду. Сегодня мы с тобой просто будем записывать выживание, меня просто подписчики просили, чтобы я уже, просто, знаешь, обычное ванильное выживание записал со своими подписчиками, вот этими наркоманами. Никич, пошли, да. Короче, до того, как ты сюда зашел, я нам уже здесь с тобой домик построил, вот, мы здесь с тобой будем жить. Только я забыл, с какой стороны я дверь сделал, я не помню, как в него зайти. И у нас правило есть, если ты что-то будешь ломать, знаешь, что за это будет? Бан. Бан, вот именно, все мои подписчики знают то, что за все грешное бан. Почему здесь кактус в доме? Что кактус в доме забыл? Я не знаю, Никич, там с тобой нужно найти вход, как зайти в этот дом. Я вот тут смотри, и кактусы. А тебя не смущает то, что сверху у нас... Командные блоки? Да, командные блоки. Что это такое? Никич, так, тебе... ладно, дом непонятный какой. Но что с овечкой? Какого черта она? Я не знаю, овечка, ты посмотри назад, Никич, посмотри назад. В небо посмотри. Что это вообще солнце? Я, ну, мне кажется, перебухала немножко. Да еще и перевернула его на 180 градусов. Не трогай овечку, это Василий! Друг детства! Пошли найдем дверь! Никич! Надо найти... Я хочу в кактус, можно я в кактус? Не надо в кактус, не надо ничего ломать, не надо никакие кактусы. Никич, короче, дверь с этой стороны. Я вот помню то, что вот с юга входа запада востока, вот где-то здесь дверь, только я не помню где. Она прям должна так выделяться, она прям, знаешь, светится немножко. Светится. Что? С этой стороны, я же сказал... Вы уверены, что вы дверь? Нет. Мы уверены, Никич, мы уверены, с этой стороны дверь, иди сюда, вот где-то с этой, я просто не помню, где ее поставил, то ли на крыше, то ли в командных блоках, то ли в песчанике, возможно, в песчанике, возможно, в песчанике. Почему ты смотришь на командные блоки, если я говорю в песчанике? Вы уверены, что... Дебил! Вот, заходи! Никич, что тебе... Что это такое, господи? Вы уверены, что вы не забыли по... Ну не уверены, потому что я тебе даже уже дверь открыл, Никич, слепошарый! Заходи внутрь! Да ладно, это так работает. Да, это так работает. Короче, Никич, заглядывай в верстак, я тебе в верстаке оставил некие там припасы, вот. Там несколько яблочек, если что, проголода... Если проголодаешься, обязательно их скушай. Никич... Моё.
Твою, я даже не буду забирать. Тебе нужно зайти в эту проклятую комнату, понимаешь? Ну не все так просто. Надо. Это челлендж. Тебе нужно пройти челлендж. Только в нее не так-то просто. Я не хочу. Ты хочешь, подписчики меня заставили в это играть. Так, иди сюда, Никич. Подписчики меня заставили в это играть, поэтому я буду наркоманов заставлять в это играть. Хочешь фокус, Никич, хочешь фокус? Ну, удиви, давай. Никич, ты когда-то видел подобные? А вам мне точно ничего не надо употребить или что? Почему сплю ты в каменных кирпичах плаваешь? Это они не плавают, они не плавают. Короче, Никич, что нужно тебе сделать? Тебе нужно пробраться в этот сундук-верстак, но чтобы туда пробраться, ты можешь только скрафтить вагонетку, поставить вагонетку на эти рельсы и перепрыгнуть туда через забор. Иди добывай дерево. Только аккуратно. Это норма тоже? Это нормально, это нормально. Аккуратно, аккуратно, только аккуратно. Ну, ой, ну почему ты лампу не хочешь трогать? Лампа покрасивее выглядит, нет? Чё-то мне они не нравятся. Мне не нравится, короче, тебе нужно скрафтить вагонетку. Но, конечно, перед тем, как скрафтить вагонетку, тебе нужно скрафтить верстак, сделать себе кирку и пойти в шахту, чтобы добыть железо. Вот. Крафти верстак. Почему из бирюзовый досок печка? Крафти верстак. Верстак. Это новый верстак, новые технологии. Иди сюда, Никич. Это Илон Маск их изобрел. Смотри. Начиная с этой версии Майнкрафта 1.69, все предметы нужно бросать вот сюда. И печка сама все будет там крафтить. Видишь эту дырку? Вот туда. Загляни внутрь. В дырки. Голову засунь туда. Крафти. Господи. Что? Что? Палки это алмазы? Что? Алмазы это палки? Можно я уйду, мне это не нравится? Не надо никуда уходить, почему вы все всегда хотите уходить? Меня подписчики заставили это снять, я заставляю вас это снимать. Ты скрафтил деревянную кирку? Скрафтил, да? Нет. Главное, чтобы подписчики больше не ставили лайки, потому что я сам не хочу эту наркоманию записывать. Не дай бог, они наберут 35 тысяч лайков. Если наберут, то у меня опять просто взрыв ментальной Не ставь лайк, пожалуйста, ради всего святого и ради Никича. Никич будет тебе благодарен. Твою мать! Не ставь лайк, пожалуйста. Никич, ты где? Знаете что? Почему ты бабой стал, Никич? Я тебя телепортировал, ты бабой стал! Я уже ничему не удивлю. Никич, я что-то вообще сейчас ничего не понял. Подожди, а как ты бабой стал? В смысле? Ты сейчас баба. У тебя скин поменялся на бабу. Никич, ты дурак? Нет. Ты как скин внутри Майнкрафта поменял? Ты умер, я тебя телепортировал, ты бабой стал. Вот, опять гендер сменил. Все нормально, Никич. В общем, тебе нужно пробраться на вот ту сторону, вот туда, Никич. Понимаешь, вот тебе нужно как-то туда перебраться. Я пока что сам еще не понимаю, как. Как-то тебе нужно туда. Я помолчу, пожалуй. Да, я тоже помолчу. Молчание это хороший знак. Никич, дам тебе подсказку. Слева что-то находится. Только не прикасайся лавы. Прикоснешься... Никич! Это... Что это такое, господи? Что ты сделал? Это право. Это право. Я сказал налево. Лево с другой стороны. А с этой стороны... Понимаешь? Справа справа. А слева лево находится. Так, стоп. Слева. Слева. Никич, ты завис? Алло. Так. Никич, я тебе надоел? Нет. А почему тогда ты вышел? Я, конечно, все понимаю, но твое чувство юмора сводит меня на нет. Да, немножко специфичное. Ну, заходи обратно, я тебя жду. Слева, Никич, вот там оно, вот там находится, вот там. Вот видишь, да. Ой, какой молодец, какой я тебе даже помогу немножко. Ой, вот так. Проходи, Никич. В общем, что тебе нужно сделать? Ты знаешь, тебе нужно добыть 6 железа. И немножко, конечно же, угля, потому что, ну, с помощью угля ты будешь пережаривать железо. И также тебе еще немножко добыть лавы нужно. 8 штук лавы. Так, Все нормально?
Нет. Моя психика сломана окончательно. Куда ты меня позвал, твою мать? Да хватит угли ломать, да хватит тебе уже угля, да сломай ты железо, Никич. Ломай железо. Вот это железо, не ломай. Оно. Вот это железо, да это не железо, это лава. Зачем ты лаву сломал и люк подобрал? Это булыжник вообще. Это люк. Это булыжник. Это люк. Булыжник. Люк. Булыга. Сама ты долбулыга, ломай железо. Что я по-твоему должен ломать? Это слайм, это не железо, ломай железо. Это гравий. Это сломай ты, ёпперес, это срадое железо, да зачем ты, как с тобой сложно. Зачем ты мне это выбрасываешь, сломай железо. Это уголь. В общем, смотри, Никич, я тебе помогу, держи, держи каменную кирку, держи каменную кирку. Вот. И сломай сейчас железо. Оно голубенькое такое. Угу. Сломай железо. Ломай. Каменная кирка хорошая вещь. Так. Спасибо. Вы мне убили мою психику, нах! И пожалуйста, 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 Никич. Пожалуйста. Обращайтесь в любое время. Все вы обращайтесь. Убьем психику за три часа. Все, мне кажется, там хватит. Никич, все, можно обратно возвращаться. Побежали. Крафтишь печку, пережариваешь твое железо. Только не понимаю, зачем ты добывал 6 железа. У тебя ж 3 железа уже в инвентаре прямо сейчас. Чего? Ну, ты на яблоки посмотри, ты думал их кушать? Нет, с яблок ты мог скрафтить железную кирку. В смысле? Ну, сейчас ты все... Сейчас ты все поймешь, сейчас ты все поймешь. Давай, ставь на пережарку, Никич. Если сейчас из алмазных блоков будут яблоки... Ну, как тебе сказать? Я не знаю, что я сделаю. Ну, печка, в принципе, сама по себе немножко такая странная. Можешь на нее посмотреть, если хочешь. Это печка странная? Это печка странная. Да, знаете что? Thank you very much. Не надо. Я не могу, что это за бред? Господи, куда ты меня позвал? Ну, что это там произошло? Смотри, ты пережариваешь алмаз, получается яблоко. Из яблока можно скрафтить железную кирку. Ну, вроде логичный, нелогичный Майнкрафт, Никич, надо бомбить лишний раз. О, привет! Давай, давай, крафти уже, крафти себе вагонетку. Крафти вагонетку, я пока здесь вот. Как мне нравится, как мне нравится, как мне нравится вот эти цветочки. Давай, ставь вагонетку, Никич, и езжай к сундуку-верстаку. Давай, Никич. Что? Чё? Куда это? Ну, ставь на вот это, ставь. Ну ладно, хорошо, подойди ближе и поставь. Подойди ближе и поставь. А, ну можно и так было. Ладно, давай забирай то, что там в верстаке. Зачем ты тогда крафтил вагонетку, я тоже не понял. Забирай яйцо, там яйцо же было. Я тебя убью. Не надо, яйцо там было, Никич. Да. Да, так, все, давай за мной. У тебя есть какие-то предположения вообще, что можно сделать с этим яйцом? Да, но я его озвучивать не буду. Почему это еще? Это за кадром. Хорошо, это за кадром, мне потом скажешь после серии. Так, пошли, Никич, я тебе на дам... На ВК-фесте, хорошо, давай. Я тебе дам небольшую подсказку. Вот, яйцо нужно бросить в эту дырку. Вот. Если ты попадешь в дырку, значит дверь откроется. Да что ты... А, ну можно и так. Так, не прыгай, не прыгай, не прыгай. Просто так ты туда не сможешь попасть. Главное, упади на нужный блок, чтобы не разбиться. Падай на слайм, давай. Это опять подвох? Нет. Уверен? Уверен. Давай спускайся уже, Никич, да хватит кота за яйца тебе. Ну, ага, хорошо. Так, Никич, давай все по новой фигня. Ага, давай, давай. Главное, не спеши, не спеши, не надо спешить, Никич, не спеши, давай, давай. Ага, молодец. Все фигня, Никич, по новой, третья попытка. Я обиделся вообще, знаешь? Что ты, Алёна, что ты обиделся? Давай, Никич, падай вниз. Нужно выбрать правильный блок, чтобы выжить. Да ты дурак, как ты даже здесь умер? Ты же направил... Никич, всё, херня, давай по новой, четвёртая попытка, Никич. Ну смотри, смотри, куда тебе нужно. Смотри. Это... О, какой молодец! Так, Никич, сейчас аккуратно, аккуратно. Проходи, 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 Никич, проходи.
Тихо, спереди тин-тин! Тихо! Сейчас все взорвется, хорошо, то, что ты не наступил. Короче, Никич, тебе, ты знаешь, что в Майнкрафте есть проклятие, тебя сейчас прокляли. Тебе нужно добраться до конца и выпить молоко. Быстро, только на правильные блоки наступи, да, на обсидиан. А как ты умер? Видишь, тебя прокляли, ты умер, Никич. Давай, на правильные блоки наступи, на обсидиан. Встань на обсидиан, чтобы выжить. Так, молодец, какой молодец. Как ты умер? Помаленьку, Никич, помалесеньку, давай. Главное не спешить, Никич. Помаленьку. Тебе нужно добежать до самого конца. Да в смысле, что? А где молоко? Я чё, просто так бегал? Ты просто боком задеваешь лаву, тебе нужно по обсидиану пройтись. Ты не видишь, что здесь куча лавы? Давай, Никич, не задевай лаву. Она здесь... Молоко мне отдай! Ну так и молоко там в сундуке давай. Его там нет. Оно под сундуком в секретном сундуке. Главное по обсидиану. Напелом нахрен! Никич, что не задевай ты лаву, но ты касаешься лавы. Мне и так нормально. Главное в обсидиан, по обсидиану. Да, вот так. Не задевай лаву. Так, там у нас где-то молоко. Молоко где-то у нас есть. Молоко. Ты дурак, ты выпил, ты вот это выпил, ты лаву выпил. Да мне нормально. Тебе нормально? Так. Опьянею сейчас. Никич, хватит бухать лаву. Никич, успокойся. Не кайф. Там случайно изжоги никакой нет, все нормально, там по венам лава сейчас течет, все хорошо, да? Все превосходно. Все превосходно. Раз. Так, Никич, нужно топать обратно. Давай, потопали. Сейчас нужно выбираться. Сейчас выберешься обратно и пройдешь весь челлендж. Главное не умери. Не надо умирать сейчас. Так, стоп. Мне что-то не нравится. Что себе? Главное, лавы не касайся, нужно на обсидиан встать. Ага, давай, проходи. Да куда не касайся лавы? Давай, перепрыгивай, Никич, перепрыгивай. Перепрыгивай лаву перепрыгивай. Он никогда не догадается. Можно я уйду? Хватит моих мучений. Уходи, вот выход. Никич, вот выход. Я лестницу тебе даже сейчас поставлю. Вот выход, я тебе лестницу. Ой, ага. Ну, был Никича и нет Никича. В смысле нет? А, ты там? Я тут. Ты чё, выжил, паскудник? Никич! Никич, живой! Вызовите МЧС! Тут у нас человек в колодце застрял! Никич! Сейчас, подожди, поднимайся, Никич! Никич, поднимайся, сейчас я тебя спущу! Никич, поднимайся! Куда подниматься? Почему? Я по тебе... воздуху. А, ну можно и так, да. Слушай, какая-то наркоманская вообще первая серия обычного выживания в Майнкрафте. Василия, не трогай, пожалуйста, не трогай Василия. Подписчики меня попросили, мы с тобой сняли какую-то фигню ненормальную. Не трогай Василия, друг детства. Тебя посадят. А, все, посадят, Никича. Алмазик! Если ты хочешь следующую серию, а ты, наверное... Нет, ну это алмазик! А за ты... алмазик лайком надо. За алмазик надо лайк. Ну, лайк не ставь, не надо. Я просил, не надо, чтобы больше никто из моих наркоманов-подписчиков не страдал. На этом мы будем заканчивать, и я тебе, Никич, предоставляю последнее слово. Что ты скажешь перед тем, как попрощаться с подписчиками? Тебе не жить после этого, после этой карты, и вообще за все это издевательство. Я тебе просто... О, вы тут записывайте. Тут прямые угрозы, прям на серии. Подожди, Вакафи! Протокол, мне угрожают на следующем мероприятии, когда мы встретимся с Никичем. В общем, не ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи и всем здоровой психики. Привет. Василия убил. Собака. Что это вообще такое? Откуда это? Откуда Василий? Да я говорю, я с ним в начальную школу ходил, он двоечником был. Откуда эта карта взялась? А откуда эта карта, я не знаю, подписчик дал.
Thank you.